Дагестанец Саид Ильясов стал победителем всероссийского конкурса образовательной журналистики «Про образование 2021». В конкурсе участвовало больше 800 конкурсантов из 70 регионов страны. Автор проекта «Твоя грамотность» стал лучшим в номинации «Блогер года», рассказывающий про образование. Победители получили статуэтки и почетные дипломы, памятные подарки. Отмечу, в проекте «Твоя грамотность» Саид Ильясов знакомит подписчиков с правилами русского языка, рассказывает об истории становления письменности и речи, объясняя значение новых слов и выражений, популярных у молодежи.